мучаться. Ух ты, в головешку красиво прилетело. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, поздоровкайся. Всем приветики, омлетики. Ну что, писали многие в комментарии, и мы это заметили и решили записать Гренни Симулятор. Я буду играть за ребенка, а Серега за бабку, а потом наоборот. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем угорать, веселиться и проходить. Серега, ну что, как у тебя игра идет в этот раз? Замечательно, на новом компьютере лучше, чем тогда, Дима. Хотя бы шансы мы уравняем. Ну да. Теперь у Сереги новый компьютер, будет хвастаться всем. Я бы тоже схвастался. Эх, ну по сравнению с тем, что было, теперь у меня шанс есть тебя победить. Да. Шансы равны. Теперь все четко. Так. А я собираю ключики и хочу взять мощное оружие. Я помню, как ты по мне гранату кинул. Это, конечно, было нечестно с твоей стороны. Теперь моя очередь. Ля ты крыса такой, говоришь мне, Серега. Блин, я думал, что я бутылка разобью стекло. Помнишь, когда ногой я тебя пнул, ты разбил стекло в шкафчике? Ну да, это только бабка может, или когда это что-то такое вот происходит. Понял. А я бы хотел бутылкой разбить. Блин, я ж от испуга, блин, нажал не то. Есть. Первый удар прошел. Не, я, Серега, аккуратно в этот раз буду. Я все делаю очень аккуратно, потому что я аккуратный человек. А, это уже вот так, да, решил со мной поиграть? А, ногой не вот. Ах ты, вот. Внука, бьешь ногой? Все, Серега, я с тобой уже по-хорошему, да? Ну и я с тобой по-хорошему. Пока, ага, вижу. Отлично. А, вот так ты задихлофосил меня. И ногой еще пнул, вот это жир. Жестоко. Но у меня жизни нет, ребята. Нам главное, что вынести бабки жизни. Это мы сделаем. Ого, это было четко, прям в голову. Ты немножечко присел, да, Сережка? О, это больно было. Это было больно. Ой, ну так, как бы, неплохо. Удары проходят, ребят. Я же уже приловался в той серии. А, ты вот так решил со мной. Ничего, ребята. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И Серега мне ногой выбьет двери. Нифига себе. Получил? Это было сильно. Эй, я теперь не могу пройти в эту дверь. Ты представляешь, что ты наделал? Так, ну ничего, ребята. Все по красоте. А у меня чё? А, у меня перцовка закончилась, тебе повезло. А вот еще одна, Дим. Так нечестно же. О, отлично, идемте. Блин, не успел. Эпик тебе. И ногой. Иди давай. И ногой, нормально. Ах ты говно, а. Неплохо? Больно, знаешь ли, а? Вот так свою бабку это берет и пинает. Блин. Молодец, хотел на ход кинуть, но ничего. А вот. Да, есть шанс. Электрошок. Ай-яй-яй-яй-яй. А, ты жизни себя поболнил. Ничего, да? Ребята, я буду стараться пройти. Ух ты, вот это ты выбил шкафчик. Отвали от меня, я тебя уже боюсь. Да как? За угол не успел забежать круглого дома, но ничего. Я тебе поддаюсь на самом деле. Ха-ха, да ладно, я просто не могу пройти. Ты мощный. Да, в этот раз силы равны, не спорю. Теперь ты хорошо играешь, Сережка. Вот я отхилился еще. Ах ты подлец-то такой. У меня ж тут таблетки бабушкины. Хорошо. Вот знаешь, ты мешаешь бабушке это следить за домом, чтобы потом она освободила время и сделала бабушкины калитки для следующего ролика. Не-не-не, я никому ничего не дам сделать. Так, блин, зря ключик потратил. Блин. Подпись какая-то. Серега, ты где? Ага. Я успел кинуть. Обрати внимание. Ударил. Все четко. Да ты смотри, какой негодяй.
Внучок, а? Да ну, Серега, ну пощади! Ну бей еще и ногой! Вот это жесть! Блин, повезло тебе. Опа, промазал. Нет, у тебя торчит копье. Нет, ты промазал. Не знал, у меня жизни отнял. У тебя 67 жизней сейчас, да? Да. А было сколько? А ладно, 67. Ладно. Да? Значит, ты не обратил внимания. Мне показалось, что копье отняло жизни. Просто у тебя копье торчит. Есть копье в теле у тебя? Нет. А у меня торчит на ролике, вот увидишь. Серьезно? Это очень странно. Ну все, короче. И у меня там еще таблетки есть. Ну я-то понял. А, вот сейчас попал. Ну ничего, вот Серега. Торчит. Да? Ну, прикольно, да. И прикольная игра. Ты мне в колену зарядил, Дима, теперь мне придется в Skyrim играть. Так. Ах ты, тварь! Смотри, сразу, сходу. Ты прям ждал, да, меня конкретно? Да, пошел. Я понял, тварь какая. Ты меня с дома тупо выкинул. Тупо выкинул с дома. Пошел вон, живись на улице, внучок. Ну блин, ты мне мешаешь, Серега. А, все-таки хорошо иметь новый ПК. Шансы-то сравнялись, Дима. Убери это говно! Ах ты! Минус 16, да ладно, вот это именно мощно было. Если бы ты мне в голову попал, то бы ты бы мне минус 20 прописал. Да? Да, еще оглушил бы свою бабушку. Я там на такой ход кинул, ты даже не представляешь, как это красиво я кинул. И надо оно у меня в жопе торчит, оно мне жопу пробило, Дим. Вот так, ну а что ж ты хотел, Серега? Я злой внук. Ох. Хорошо, Серега, не переживай. Ах, ты жизни себе, да, наверное, пополняешь там? Да, пополнил, съел таблетку. Угу. Ты там что-то прям многое берешь? Да слушаю. Я так просто, чуть-чуть. А ты где? В Караганде. Понял. Хорошее место, мне нравится, я там был. Да. Серёжа, да. Ты где? В Караганде же сказал тебе, внучок. Убери! Да ладно, да как? Блин, ну красиво было бы, если в голову попал, это вообще было эпично. Да ладно, попал, Сережка. Хорош. Еще смотри, и подходит, копье торчит два штуки. Ух ты. Не пинать так, внука. Нифига себе ты меня пнул. А, ты решил обижать меня, подлец. Да смотри, что он делает, так хорош, Серега. Да успокойся, да зачем? Ничего, поиздеваешься надо мной, когда будешь бабкой. Хорошо. Я не запомнил твое лицо. Оно такое морщинистое, да? Да, Дим? Да. Ах ты жизнепополнятель. Я тебя вижу, какашка ты. Да блин, из-за тебя не могу тебя ударить. Ну хоть так. По чуть-чуть. Да ты смотри какой, а. Жалко, что у внука жизни нету, да? Да, ты меня уже убил тысячу. Не, ну в этом, наверное, есть смысл игры. Ух ты, хорош. Блин, не успел закрыть. А тут и ничего нету. Лети. Да есть, для меня всегда что-то есть. Зато для меня нет, я зря сюда шел. Хотя не, я тут это, отхилился чуть-чуть. Ах ты. Да прекращай бить внучочечка. Ты заслужил, какашка ты мелкая. Да хорош. Да Серега, ну сколько можно? В окно сейчас хочу тебя вышвырнуть. А ну, ах ты, какашка. Это моя, это, зашкерня. Ну и сиди там. Нет, я не буду тут сидеть. Да блин, так хочу в голову красиво попасть, и не получается. А можешь попасть? Могу, спокойно. Могу, но блин, просто спешу. Блин, а где эта штука отлетела? А все, потерялась. Блин, Серега, ты виноват во всем.
Да, да, да. Да, уже оружие кончается у меня на самом деле. Я не знаю, чем тебя уже гасить. У меня тоже. Подзакончил. Мы с тобой так активно начали. Да. Что оружка закончилась? Шокер. Да хорош, убери свой шокер. Ну хорош, Серега, ну я же добрый ребенок, Чекс. А мне осталось чуть-чуть, Дима, и тогда я выиграю. Да я понимаю, что я уже все. Что все? А проиграл. Ты точно все места обшарил? Там есть еще куча мест, где это оружие валяется. Ну видишь, я просто еще игру не изучил сильно. Я вроде был на чердаке, там сундучки пооткрывал. Еще же есть куча сундуков. Сейчас найду, я просто тебя хочу загасить, а я не знаю, где ты. Да тварь, блин, а? Ну смотри, не дал мне кинуть. О, аптечка. Да ну хорош ты, Серега, ну дай пройти. Ах ты говно. Взял бабушку, бутылку кинул. Ого. Я могу... О, запрыгнул сюда, прикольно. Отлично. Ага, ты тут, да? Чё ты в меня кинул? Не знаю, бутылку какую-то вонючую с мусорки достал. Заметь, то что у бабки чё-то куча бутылок каких-то, да, тут валяется? Ну да, бомжиха какая-то, может. Пьянчуга, может, поэтому внук и ненавидит ее. Это, конечно, ты жестко замочил. Да блин, хотел красиво пропаркурить и ногой. Но это было сильно. Спарту устроил внук. О. Да, надо поизучать игру, потому что здесь реально, наверное, много нычек. Я еще не знаю, где они все. Так, ключи. Я сейчас у тебя, внучок, убираюсь. Твои, блин, труселя вот валяются. Да твои труселя. Нет, я у себя уже убрал обоссанные, втирать их положил. Не-не-не, Серега, это твои. Нет, размерчик твой, Дима. Уху-ху-ху, что я нашел? Все, я победил. Блин, я нашел коктейль Молотова. Так, ну что, ребята, раунд номер 2. Да блин, бабка скатилась по лестнице, представляешь? И ты не я попал из-за этого по мне. Я тебе в голову зарядил, алло. Да нет, за это ты будешь мучаться. На ух тебе. Ты, в головешку красиво прилетела. Это был мощный лящ, Серега, мне понравилось. Больно, внук. Ну больно, тебе, больно, бабка. Я верю. Ну а что делать? Да блин, да почему я падаю? Потому что ты бабка. Да это жесть какая-то, как мне цветы. На тебе. Дай мне встать и убить тебя. Я тебе не дал. Ну дай. Не-не-не, Сережечка. Фу, блин, на монитор плюнул. А мы проходим потихоньку миссии. Так. Еще вижу цветы все, которые надо полить мне. Так, спускаемся. Ну что, Сережечка, тебе пора проиграть. Да. Потому что в этот раунде я затащу. Ого, так много жизни отняло сразу? Да. Это коктейль Молотова было? Граната. А, граната? Нифига себе. У меня 58 жизней. Ну я понимаю, что ты меня уничтожил, да, решил вообще в этом раунде? Ну смотри, как я могу. 50 секунд. Ну прикольно, давай. Раунд по убийству Димаса, поехали. Нифига, ты полка ты тут разорвал нам. С взрывом. Чё? А я нажал shift, я нажал shift вовремя. Он даже не взорвался, прикол? Ну да, он должен был загореться, наверное. Да, вот он валяется. Так, башмакеевы. А, надо было по максимуму его кинуть. Ах, ты жрёшь там, да, таблетки? Мне надо еще цветы полить, один штук. А я что-то хожу таблетки. Ну, правильно, я жизни пополнил. Я все делаю правильно. А, ну это уже ты не промахнулся. Хорош, хорош, хорош. Бабка сегодня мучается только так. Мы не отчаиваемся. И уклоняемся. Я тебе попал в голову.
Так, где же еще один цветочек? Где-то тут, я его просто пропустил. Может, на втором этаже ты пропустил, мне кажется. А, вон, под лестницей стоит. Я так понимаю, что здесь рандомно или сюда одинаково? А, рандомно. Понял, вопросов нет. Ты уже тут пооткрывал секретки. Ой-ой-ой, 18 хп отнялось. Неплохо. Неплохо, Сережка. Ты псих. Так, отлично. Ключики собираю. Так, мне нужно медикаменты. Идем, берем. Оп. На тебе. Так, мне надо, короче, цветы во дворе полить. Поливай, поливай. Я уже это иду делать. Ты же видишь, ты умный, ты никому не подходишь ко мне близко. А ты подходил. Ну, Маш нету. Так, надо, короче, с другой стороны дома выйти, я понял. Не, Серега, это так не пройдет. А, ты решил все-таки это кинуть, да, копье? Я уклонюсь. Нет, я попал по тебе. Да, мне там не видно. Заревел. Вон в плече у тебя торчит. Это ты первый раз кинул? Нет, опа. Бабуся. Видишь, у всех по-разному просчитывается. Вот ты же в меня кинул, у тебя не было видно. Да-да-да, и здесь так же. А у меня это не видно, а сейчас видно наоборот. О, кунай. Ой-ой-ой, это вот эта штука колючая? Да, сюрикен, ниндзя я. Да может не надо? То я пока дойду, надо было все-таки через дом идти. На тебе. Попал, попал. В спину, нож в спину. Че так много жизни отняло? Ну это же острое холодное оружие, чего ты рассчитывал от него? Понял. Не успею, наверное, выполнить задание все, к сожалению. Я не позволю тебе цветы поливать, бабусь. Не надо, дай позволить. Ого, 13 хп. А, ну все. Это было красиво, Серега. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Посмотрим мои ролики еще.